Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хочу вас пригласить на лекции русского языка. На этих лекциях мы будем говорить как и о правилах русского языка, так и об истории России. Будем говорить о Петре I, Екатерине II, а также о Санкт-Петербурге. Почему? Потому что это город, в котором я родилась и прожила половину своей жизни. Сам вельми рада вас увидала на родине моей дружины, на которой будем мы разговаривать в шедком доме, чтобы поведала по-русски. А те наилепшие жацы идут меня. Пойдем с правилами с пол вылет до Санкт-Петербурга. А в шедке, о чем мы разговаривали на родине, мы увидим на властной почте. Добро пожаловать на уроки русского языка. Меня зовут Ольга, я родилась в каком городе? В Санкт-Петербурге. Приходите.